Здравствуйте, дорогие телезрители, в эфире программа «Новое качество жизни» и с вами ее ведущий Артур Сагаманян и Елена Байкова. Здравствуйте, а у нас сегодня в гостях Радислав Гандапас, бизнес-тренер. Здравствуйте, Радислав. Здравствуйте. Здравствуйте. Радислав, сегодня мы хотели поговорить о лидерстве, что это, как, как можно стать лидером. Мы знаем, что все изменения в нашей жизни, которые в последнее время происходят достаточно часто и неожиданно, за каждым из этих случаев стоит какой-то конкретный лидер. Вот на ваш взгляд, сколько лидеров в мире, которые действительно меняют, управляют. Какой процент из всего населения, который может повлиять так серьезно на нашу жизнь? Большой вопрос, которого хотела бы на всю программу. Вы правы, Артур, что лидеры. Так, так и говорят, лидер это агент изменений. Лидеры это люди, которых не устраивает существующее положение вещей, они влияют на ситуацию, изменяя ее. Есть другие люди, которые не имеют воли к изменениям, не хотят ничего не, не хотят ничего менять, либо не понимают, что можно изменить, либо не имеют мотивации к изменению. А что является а вот, мотивацией? Без... для лидера, а, то, что его не устраивает что-то, или ну, у него есть желание все-таки быть. Знаете, мы не всегда понимаем а, и не всегда действуем по своей воле. Все-таки есть программы определенные, социальная роль нам эту программу навязывает, и а, мы ведем себя матери и отцы в соответствии с той программой, которая у нас как-то зашита в подкорке, и мы ее воспроизводим. А, при этом мы не можем сказать. А, в чем твой мотив, отец? Значит, что ты родил ребенка? Какой мотив твой? Никакой не мотив, но ну, я как-то спонтанно так. Вот и лидеры, они, нельзя сказать, что у них мотив к изменениям. Просто они не могут жить, если все, ничего не меняется. Да? Они стремятся к тому, чтобы изменения произошли. Конечно, в лучшую сторону. Дело другое, что лучшая на сторона их на их взгляд, совершенно верно, что лучшая сторона в глазах Солженицына и Гитлера э, в разных местах находится. это лучшая сторона. Да? А лё, ты где? Я здесь, а здесь, я большая где конкретно? К лучшему, но это лучшая большая, а да? Разных... Лидером рождаются или лидером можно стать? И От... что для этого Отвечу нужно? на ваш вопрос искренне, но в шутку. Рождаются все, не все становятся. Но... Все нет. рождаются лидерами, но не все становятся. То есть все это рождаются необходимые необходимые недостаточные к условия. Родиться необходимо. Чтобы стать лидером. Но именно задаться. с какими-то Люди все рождаются способными к лидерству, но потом не все становятся. Во-первых, не всем судьба дает, не всем жить удается в то время и в том месте, где они могли бы реализовать этот потенциал, но они сами довольно часто и социум в этом помогает, подавляют в себе волю к лидерству, подавляют в себе лидерский потенциал, лидерские э, поползновения какие-то. В школе довольно часто можно услышать тебе больше всех надо, что-то там э, ребенок встает и у меня есть свое мнение. Слушай, свое мнение вот в учебнике как написано, вот твое мнение, да, будет добро воспроизводить. Это самостоятельное мышление, желание повлиять на ситуацию. Это все э, Но проявление вот в вашем лидерства. Понимание есть определение слова лидер. Что это такое? Лидер"? Так в классе значит Старостой будет не тот, кто больше всех себя правит, а тот, кто послушнее воли да. учителя. То есть генеральный лидерство. директор это же не всегда лидер. То есть, что такое лидер? Понятие лидер и понятие менеджер они не совпадают на 100%, но существенная доля пересечения. И тут я вспоминаю мое первое образование филологическое. И прежде чем развернуть эту тему, давайте все-таки попробуем определить в, как бы, в системе координат, что такое лидер. Вот мы говорим: лидер велосипедной гонки там понятно. Это понятно, да. что понятно? что тот кто едет первым, тот -то едет первым, тот кто едет первым, тот кто едет лучше других, Потому что лидер своей профессии, это не человек, который управляет другими, да, он лучший профессии или компания лидер рынка, это лучшая компания, то есть лидер это человек, который относительно других находится выше по каким-то важным параметрам, да? uh -huh. в спорте, в профессии он лидер, но мы говорим лидер, например, в таком контексте. Лидеры, э, лидеры европейских стран собрались, чтобы обсудить вопросы и так далее. Лидеры компаний собрались на форум и прочее. Это лучшие люди стран и лучшие люди компаний. Нет, это просто первые. Обладающие какими-то полномочиями. полномочиями, властью. В любом случае, лидер это человек, который э, занимает определенное положение в обществе. Положение выше других, по должности или по качеству. Кстати, в латыни перфектус – это лучший, а префектус – это главный. Mm -hmm. Да, такое? Well, yeah, скорее, скорее всего, просто совпадение, но все равно. То есть, лидер – это и перфектус, и префектус, в зависимости от того, что за ситуация. Это положение относительно других людей. Каждый рождается лидером. Ну, послушайте, в... Во дворе в компании гопников может стать лидером шайки совершенно недостойный, необразованный человек, у которого не было бы шансов в другом контексте попытаясь его реализоваться. Он мог бы быть лидером? Мог, в зависимости от того, где и с кем. Если остальные ниже, чем он, то он, несомненно, лучший. Он и перфектус, он и префектус. И все такое. Он блещет, но когда на него смотрят люди, образованные, они с ухмылкой, может быть, иронической, воспринимают его информацию, что он тут главный вот в этой компании. А если мы возьмем такую тему, потому что вот мы сейчас говорим о лидерстве, М? но есть еще харизма. Да. И человек может родиться лидером. Мы все рождаемся, если мы говорим о том, что лидером, но он не имеет харизмы. А можно ли харизму приобрести, либо это тоже, вот как лидер? Мы все рождаемся с харизмой, но это не значит, что она проявится. Мы все рождаемся с харизмой, и перед нами все пляшут, потому что мы так харизматичны в владенчестве, что все преклоняют переклоняются перед нами. Наш вид всех радует, нам рукоплещут и ради нас готовы на серьезные жертвы. Мы рождаемся харизматиками стопроцентными, а потом куда-то все девается. Я скажу вещь, может быть, крамольную, но люди деловые должны об этом знать. Харизма – фикция. Никакой харизма не существует как явление. Есть языки и культуры, в которых вообще не обсуждается такое понятие, как харизма. Обаяние а – да, но харизма – это иудео-христианская культура унаследовала еще с античных времен, как и многое унаследовалось из античных времен. Времен. И вот это понятие харизма, некая исключительность, некий э, дар богов. И если бы харизма была свойством человека, он проявлял бы это свойство в общении со всеми. Но вы допускаете, что есть люди, которые харизматичны у себя на производстве, а в кругу семьи они, например, не пользуются вообще никаким авторитетом, ни в кругу друзей. Да. И наоборот, в да. семье это властный, доминантный и харизматичный. Дети смотрят, А на работу приходит, у него там должность маленькая, и никто его всерьез не Это это эффект, харизма, это не свойство личности, это эффект, который личность производит других людей. Хорошо, Конечно, а лидер – свойство личности? Лидер – это социальная роль, и, и эту роль дать? может исполнять каждый, как роль иполита в иронии судьбы римским паром может исполнить любой, включая женщину. Но это будет разные политы, Это будут политы смешные или грустные, и политы эксцентричные или драматичные. Каждый человек может роль, роль. Каждый может быть каждым. Каждый может исполнить любую роль. Вопрос, хорошо или плохо. Но есть как какой-то рецепт, есть ваши какие-то советы? Да, тем, и кто, не всякий захочет. Тем, кто хочет стать лидером, тем, кому это необходимо по работе, по бизнесу, есть какие-то конкретные советы, которые вы даете? Первый совет. Значит, главная функция лидера – принятие решений. Принимать решения мало кто умеет. Мы бросаем монетку, мы спрашиваем официанта, что он порекомендует в меню, мы спрашиваем мужа, какое платье надеть, мы спрашиваем жену, э, что я хочу в жизни. Сегодня на завтра. Мы задаем вопросы относительно тех вещей, на которые у нас внутри должен быть ответ. Наша... Наш опыт принятия решения показал, что принятие решений дело небезопасное и неприятное, потому что в конечном итоге можно получить по шапке, если решение, допустим, не вполне соответствует тому, чего от нас ожидали другие То люди. То есть лидер это человек, который не будет ни у кого спрашивать разрешение. Будет он, просто... спрашивать, он будет обязательно спрашивать мнение других людей для того, чтобы решение было более качественным, угу. но спра и, спра и спрашивать мнение, но разрешение, конечно, спрашивать не будет, потому что лидер это единственный человек, которому не нужно спрашивать разрешение. Да. Решения могут быть ошибочными. И, кстати, есть интересная статистика, что из 10 принимаемых решений в норме 7 ошибочные. Понимаете? То есть в норме. А мы все хотим принять безошибочное Идеальная. решение. Да? Жениться там, или выйти замуж за единственного, идеального, наилучшего. Выбрать единственные туфли, которые были созданы. Есть, 30 для вас процентов это хороший показатель. Среднем, да, это, Дело в том, что редко бывает такая вещь, ну, скажем, глотнуть воды, не глотнуть воды, это решение такое есть. дискретное. Да? Либо да, либо нет. Но большинство решений они не так категоричны. Потому что что надеть сегодня на вечеринку, это решение, которое состоит из нескольких, многих решений платья, туфли, украшения, э, макияж, прическа и так далее, оно все в сочетании. И можно из этих решений какие-то какие, -то, какие -то решения принять, ну не, не вполне точные, не, не идеальные. но в сочетании оно прокатит, как говорят. Хорошо, и так. То есть, можно... Умение принять да. решение, их можно подправить. способность да? взять Ответственность на себя за принятие Совершенно решения. Совершенно верно. Если человек принимает решение, он принимает на себя ответственность за принятое решение. И у него нет возможности потом сказать, извините, это не я, это поставщики подвели. Хорошо, это так... номер один. Следующее. Да. Он должен обеспечить эффективность структуры, которую возглавляет. Будь то страна, угу. семья или компания. Угу. Он должен обеспечивать ее эффективность. Для этого он и существует. Начнем с того, что в первобытном мире лидер выполнял следующую функцию. Он принимал решение, совокупность которой обеспечивает племени большие шансы на выживание. Так. Он принимает решения, он транслирует решения, все их исполняют. Таким образом, люди действуют синхронно, скоординированно. То есть он организует. Он, организует он, дирижер, да? он, он дирижер. Он координирует действия племени. В племени от 20 до 50 особей это довольно много, люди не могут действовать синхронно, а это иногда нужно То есть, получается, от, наличие ответственности, наличие способности организовать, то есть организаторские способности. Инициатива. Инициатива, да. Наказуемо. Есть группа людей, лидер думает, так, что такое предприятие. Или все не так, как хотелось бы. Или нужно подумать загодя о том, чтобы переместиться в другое место, поскольку пищевая база. Сократилась, да, кормовая база сократилась. Ну, в этом лесу кончаются, допустим, зверь. Э, Все, мы тут уничтожили, нужно идти уничтожать в другое место. И он выступает с инициативой в миграции в другое место. Или начинает холодать, приближается, ледниковый период наступает, начинает холодать, э, укутываются в шкуры, ночи становится холоднее, ледник приближается, звери бегут, зверей меньше, холодные ночи, нужно идти. Куда идти? В Евразию. Ну, и следующее, как повести за собой да людей? в Африку. Как стать лидером именно в обществе? Как мотивировать людей на решение тех вопросов, это, которые тебя Это уже такой большой, большой круг вопросов. Да, действительно мотивировать людей, потому что, если мотивации недостаточно, то включается механизм принуждения. Принуждение всегда встречает сопротивление. Сопротивление порождает насилие. Насилие ничем не ограниченное, поражает деспотию. Все, в конечном итоге приходит к диктатуре с ее самым. Из благих намерений, из любви, из, любви, из желания осчастливить и сжигаемых людей изо всех сил. И там начинается насилие, христианство, коммунизм, ну и так далее, и так далее. Любые новые формы. что, вы перечислили, числе этого можно научиться? Научиться мотивировать легко. Но это давно разработанная тема. Мотивация, есть формулы, есть закономерности, можно это изучить и применить. Но зачем, если у вас большая компания, вы можете нанять хорошего HR и он разработает вам программу мотивации материальной, нематериальной, положительной, отрицательной. Не, так так мотивация так так. это очень широкая Конечно. тема. Я думаю, мы не о ней поговорим во второй части программы, потому что она касается очень многих сфер. Ну, без мотивации жизни. ничего не происходит. Никто ничего без мотивации не делает. Да. А сейчас мы коротко приберемся, дорогие телезрители, рекламная пауза. Мы продолжаем программу ⁇ Новое качество жизни ⁇ С вами ее ведущий Артур Садуманян и Елена Байкова. Здравствуйте. У нас сегодня в гостях Радислав Гондопас, здравствуйте снова. Минут и снова здравствуйте. 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 Во второй части мы хотели поподробнее поговорить о мотивации. Что такое мотивация? Мне как бизнесмену, я думаю, многим нашим зрителям интересно, как все-таки найти лидера, будь то лидера проекта или лидера какого-то направления, который ты решил начать. По каким критериям? В рамках страны для нормального развития общества необходимо и достаточно, чтобы 0,1% населения жила в лидерской стратегии. Брали на себя ответственность, принимали решения, были провайдерами изменений и так далее. Одна десятая процента взрослого населения. По замерам Шалома Шварца... Тысяча человек. Ну да, есть тысяча один человек. По замерам Шалома Шварца в 20 странах, Россия, в России дефицит лидерства 20, в 20 раз. В 20 раз меньше, чем необходимо. Какая Две, 2000% дефицит. Есть страны с профицитом лидерства. Когда в стране общая культура и воспитание стимулируют, поощряют проявление самостоятельности мышления, принятие решений с детства, принятие на себя ответственности, проявление социальной инициативы и так далее. У них перебор. У них слишком много лидеров, это тоже нехорошо. Эти, эти люди уезжают из страны, им всем тесно, они вступают в конкурирующие отношения. И поэтому происходит экспорт лидерства. То есть люди, которые стремятся к изменениям, они приезжают в те страны, где дефицит лидерства. И таким образом эта ситуация как-то балансируется. Кто-то пошутил из предпринимателей, менеджеров много лидеров не хватает. Да? Много кому что можно поручить, не на кого бизнес оставить. Тысяча собеседований дадут ли вам... Лидера автоматически. Дело ну, а вот что в том, советовали? что лидерство это социальная роль. Соответственно, лучше в компании найти человека, хорошего профессионала, которого тянуть на лидерскую позицию, mm -hmm. чем искать некоего лидера, который, попав в вашу компанию, если атмосфера не способствует проявлению лидерских качеств, Развали. там их втянет как рожки улитка. И не будет себя проявлять в течение многих лет. Во-первых, найти человека, которого можно было бы тащить. Во-вторых, создать атмосферу, поощряющую проявление инициативности, ответственности и так далее. Поощрять и стимулировать, привлекать к принятию решений, задавать вопросы, чтобы люди почувствовали, что их ответы что-то меняют в компании. Действительно, лидер, руководитель, там, верховный, он это учитывает, и они могут на это влиять. Это как дети, которых которые в магазине говорят, мама, а давай купим, помалкивай, и, и потом дома поговорим, мне некогда. Да, а давай, а давай, а давай три раза по рукам, и ребенок больше не проявляет инициативы. Так и в компании. Если вы отдаете распоряжение, но никого не спрашиваете, какое распоряжение лучше, какова обратная связь на эти э, распоряжения, то тогда люди потихонечку отзывают как бы, свое лидерство. То но есть, они могут его проявлять в компании. То есть, по сути, быть. получается, наверное, выгоднее, вот то, что вы говорите, да? выгоднее всего все-таки выращивать лидеров в компании. Конечно. Конечно. Но, это самое... но лидер не сможет просто вот взять и вырастить человека, угу. если не изменит себя если он не будет готов немного лидерства отдать на откуп, немного делегировать своих полномочий и функций, Есть такая книга, дать, там людям возможность, называется. дать людям шанс принимать самостоятельные решения, пусть небольшие, но все-таки не рискуя быть наказанными за решения, пусть даже ошибочные. Поначалу мало кто делает сразу хорошо что-либо. Поэтому начинается все равно с главного лидера в компании. Лидерство не должно распределяться в современной организации в соотношении 100 к нулю где 100% лидерства у руководителя и ноль у остальных, все остальные слепые исполнители. Так эффективные организации не работают. Он должен делегировать и в идеале оставить себе меньше половины даже. И многие лидеры боятся утраты власти, поэтому они не делегируют на всякий случай. Это не станут такие умные, такие разбирающиеся. А я что, совсем не нужен? Им приятно быть незаменимыми. И вот они сидят вместо отпуска. В офисе, вот они приходят в выходные, вот они приходят раньше всех и уходят позже всех. Вот и получается компания. Один человек работает, а все остальные его обслуживают. Вот такая модель. Да? Он принимает все решения. Все-все-все. все. Вдается во все детали. У него мозг пухнет от объема поручений, которые он выдает и контролирует. Но все-таки есть критерии, или надо полагаться на свою интуицию? Или есть какие-то критерии, по которым вы критерии, рекомендовали? Есть мы... закономерности, есть да. технологии, есть тренинги, книги, семинары, да. курсы MBA, да. есть информация о том, Хоть какие интересно по модели... тренингах, у вас на тренингах, как это организовано и, и какой, на ваш взгляд, реальный эффект от тренингов, которые... Ну, если компания, например, заказывает тренинг, да, и, например, там тренинг лидерства, mm -hmm. да? вот вопрос, а к вам тогда придут люди, которые хотят быть лидерами на этот тренинг, да, соберутся все? Не, не хотят, они даже не знают, чего они хотят в этом смысле, mm -hmm. потому что они еще не знают, что такое быть лидером. У меня тренинг начинается обычно с вопроса, кто из присутствующих лидеров? Ну там треть поднимает руку. Тогда я ввожу критерии. Лидер это тот-то, -то, кто сейчас считает себя лидером. В два раза больше. То есть, понимаете, я говорю, а в два раза вот больше посмотрите. становится. Да. Ну, то есть треть поднимает руки. Я говорю: мы немного говорим о том, что такое лидер. Я говорю, а теперь кто считает себя лидером? В два раза больше. Я говорю, посмотрите, пять минут тренинга по лидерству и вдвое увеличилось число лидеров. Вы понимаете, на какой тренинг мы попали, как вам повезло вообще? Сейчас будем наращивать. И мне потихоньку мы приходим к тому, что все поднимают руку. Потому что лидер это не некая исключительная вещь. У каждого есть потенциал. Вопрос в том, кто его реализует, кто его не реализует. Этого. Имея собственный бизнес, может быть, мне не выгодно иметь всех лидеров? Может быть, все-таки, ну, там, окей, я буду иметь несколько лидеров, которые будут я... помогать. Есть критерии. А если Будут все лидерами, а надо ли мне? Потому что, в общем-то, если страны, где много лидеров, им становится тесно, они угу. начнут либо они уйдут из моей компании, потому что он захочет где-то быть лидером, да, либо они начнут сталкиваться просто лбами, и будут конфликты. Вот когда такой или подобный вопрос на тренинге возникает, я всегда говорю, сколько лидеров нужно в семье? И мне говорят э, один. Я говорю, а остальные? Ну то есть можете себе представить ситуацию: один в семье лидер, а остальные нет. Это же конфликт. Это, за, это, Конечно. это заранее говорить, потому что у лидера и не лидера разные мотивы. Лидеру хочется изменений и роста. Не лидеру хочется, чтобы его оставили в покое и ничего не менять. Это же заведомый конфликт. Есть, и тут люди, а как же тогда? Двое лидеров. Ну, как двое лидеров? Я говорю, нет, стоп. Границы между лидерами где проходят? Вот так, дескать, между людьми. А, Граница между лидерами проходит вот так. В каждом человеке есть лидерская часть, не лидерская часть. В каждом человеке есть мотивация к тому, чтобы оставить как есть и не морочить голову, и есть мотивация к тому, чтобы изменять, стремиться, расти и так далее. И они находятся в противоборстве постоянном. Да, лидер может устать и сказать: дари огнем, <laughs> ничего делать -да -да -да. не надо. Но может устать от отсутствия изменений, и не лидерская часть. И тогда лидер выходит на первый план. Вот так проходит граница. И если мы лидерство меряем в процентах, предположим, да, на семью 100% лидерства они могут распределяться. Ну, например, 60 на 40, работающий мужчина, жена рожала, там все такое, и как-то была меньше, меньше участвовала в зарабатывании денег, в карьере. Но потом ситуация изменилась, там, 60 на 40 в другую сторону. А потом подрос ребенок, у него появилось собственное мнение, собственное суждение, он начинает влиять на решение семьи. 10% глядишь, у него появляется, потом нарастает, нарастает, он становится все более самостоятельным. И вот эти проценты, они гуляют. Потом муж приболел, там, на пару месяцев выпал из социальной жизни, он страдает, его вообще, ему говорят, Значит, примирает таблетку, я не хочу. Она горькая: прими, я сказала. И он принимает, потому что у него 5% лидерства в семье максимум на что он влияет. Зависит от ситуации, да, получается? Конечно, это динамический процесс. Лидерство не может быть однажды и навсегда человеку, как корона, надета на голову, и на резиночку компании И то же самое в компанию. Грамотный руководитель делится лидерством для того, чтобы люди развивались. Это как дети, понимаете, если, они не их, если их не вовлекают в принятие решений, если они не берут на себя ни за что ответственность, они остаются инфантами до 46 лет. Точно так же сотрудники компании. Они приходят и вдруг, и прыгнули в второклажки все такие. А что нам делать, мы не знаем, нам никто не говорил, нам так объяснили. Здоровые лбы с образованием высшим и вторым причем. И они, они приводят такие доводы, которые у меня дочь первоклассница приводит в в, ну, для объяснения своего поведения. Как такое возможно? Это вопрос индекс лидерства. Я, например, слышу для себя так, что пускай в компании, в общем-то, лидерами будут все, просто так, как это динамическое, в каких-то ситуациях больше, в каких-то меньше, то есть пассивные не нужны люди. Зависит, что за предприятие. Потому mm -hmm. что если на конвейере каждый станет что-то там mm -hmm. провайдером изменений, то конвейер остановится. То есть все-таки нужны вопрос... солдаты. Нужны солдаты зависит от компании. Вы понимаете, если компания ⁇ это интеллектуальные технологии, например, то тут один коэффициент лидерства. Да? Если это компания, выходит, которая делает да? сухие строительные смеси, и все производство заключается в том, что три ингредиента в идентичных всегда пропорциях смешиваются и пакуются, то лидерство ⁇ это Здесь опция инициатива, для да, всех. Совершенно верно. Тут нужна мудрость определенная, чтобы понимать, где, где и что. Нельзя подходить с одними шаблонами ко всем ситуациям. Хорошо, у меня такой вопрос. Всегда есть компании ⁇ Серые кардиналы да. ⁇ Это лидеры, это не лидеры, как вы думаете, что вообще, делать, что, что они делают? Их держать, это выгодно для компании, как вы считаете? Вот вопрос в том, выгодно или невыгодно. Есть в практике выпаса овец такое явление, как козел-провокатор. К, э, к овечьей атаре прибивается дикий козел, который через короткое время создает иллюзию, что он лидер. На том основании, что он быстро перемещается, он высокий, у него рога, хорошая осанка. И он ходит, и овцы начинают его воспринимать как лидера и ходить за ним. Когда он понимает, что ему удалось эту иллюзию создать, он подводит атару к косогору, например, и прыгает вниз. Его, как бы, его аппарат позволяет ему перемещаться вплоть до вертикальной стенки, да? а овцы же не могут, ножки короткие, тело угу. тяжелое, и они катятся, ломая конечности пользуют. Он так хулиганит. Вот бывают серые кардиналы в компании, которые хулиганят, которые создают иллюзию, что они такие козлы-провокаторы. Не то чтобы они действительно хотят каких-то изменений к лучшему, их забавляет то, что они могут запускать в компании альтернативную э, лидерскую идею, угу. что они могут призвать людей к саботажу, они могут. Э, Сначала создать атмосферу, создать иллюзию, что в компании это не так хорошо, как в некой другой компании. Прыгнуть в другую компанию, еще вести за собой часть коллектива. Если он Почему? сильнее лидера официального, то это плохо для компании, это риск. Но в других случаях так, присутствие такого, это в, в принципе... Э э редко серый кардинал, редко действует синхронно с лидером. Как правило, он предлагает альтернативный сценарий. Uh -huh. Что им движет, вы знаете, не всегда можно не всегда можно ответить на этот вопрос. Он сам не всегда знает. Иногда это чистое хулиганство. А мне кажется, это потребность во власти. Может быть, но выглядит она как хулиганство все равно. Потребность во власти, действительно, власть сладка. Власть заставляет нашу кровь быстрее ходить по жилам, биться сердце чаще и испытывать другие приятные впечатления. Часто серый кардинал не хочет быть белым Ему интересно быть именно за кулисами, Именно кукловодом тайным Повторю, что движет Мотивы разные, но такие явления есть Руководитель, конечно должен отслеживать подобные явления. И, и понимать, расставаться что... все-таки с серым кардиналом. Тогда... Нельзя, нельзя дать один совет на все случаи жизни. Пойдем, Порой ну, привлечь его на свою сторону для компании более полезно. Я не знаю, крамола, конечно, но тем не менее, я считаю, декабристов казнили напрасно спровоцировали целую череду насилия и в конечном итоге и октябрьский переворот. И э, можно было использовать их интеллектуальный потенциал, их волю к изменениям на благо стране. Привлечь их к разработке плана развития Российской ну, империи. Был... Иногда серый кардинал может быть привлечен генеральным менеджером да, для того, чтобы улучшить ситуацию в компании. Может быть, в конце вы дадите несколько советов лидеров. На ваш взгляд, вот несколько коротких советов для тех руководителей, которые являются на сегодняшний день лидерами. И что, что для них является все-таки приоритетным? Есть хороший афоризм. Главная задача лидера воспитание лидеров. Самые эффективные организации сегодня это организации, где функция лидера растворена в команде, и распределена, а не узурпирована одним лидером. Ни один самый прекрасный, самый образованный лидер не может генерировать такой, такого качества решения, которые превосходили бы решения коллегиальные, когда интеллектуальный потенциал других людей используется для того, чтобы понять, как можно сделать лучше. И поэтому э, грамотный лидер в современной развивающейся организации... Первое дело, чем должно заботиться, о развитии лидерства среди людей в своей команде. Спасибо. Спасибо, Спасибо Радислав, Спасибо. за интересный рассказ. Наша передача подошла к концу. В эфире была программа Новое качество жизни. В гостях у нас был известный бизнес-тренер Родислав Гандапас. Вели передачу Елена Бойкова и Артур Сагоманян. Спасибо, до новых встреч!